очередной автотур. Приехал к нам клиент. Мы будем подбирать автомобиль, что-то типа универсала, минивэна. В общем, приехали мы сразу в Мариамполе. По традиции начинаем с рынка Капратос. Так, такой Авенсис сразу бросился в глаза. 9-й год, 1.8 бензин. Короче, человек за него хочет 5500. Короче, по машине крашена крыша, крашен капот, крашены оба крыла передние. Видать, короче, был град. Но нигде ж поклевки нету. Короче, видать, после града машина, но 4 элемента, короче, крашены получается. Но выглядит он неплохо. Может быть, машина после града. Хрен его знает, больше ничего не крашено. Ну, короче, мы ее как бы первую запоминаем. Ну, не думаю, что будем брать, но так, для обзора покажу ее. Короче, поедем искать дальше, посмотреть, что есть. Так, еще один вариант нам понравился. Тут будет на ней хороший торг. Это Superb 10 года. 5500 евро он стоит. 2-литровый дизельный мотор. Ну, короче, машина в родной краске вся. В родной краске. Но есть рыжики по машине. Легкие рыжики. Типа вот таких. Но это все можно устранить. Если отдадут за хорошую цену, то как бы небольшие работы надо будет провести. Вот. Ну, сквозной коррозии нигде нету. Просто вот вздутие, короче. Но 10-й год. Короче, мы ее запоминаем. Ну, тут работы чуть-чуть есть, но не критично. Внутри все нормально. Только надо пропылесосить. Требует чистки легкая. Так, сидушки целые, все целое. Клиенту понравилось. Ну, мы ее запоминаем. Звонили продавцу, продавец сказал, что на это все, на эти все моменты он сделает хороший торг, чтобы устранить. Как бы, а так машина в ДТП не была. Вся она ровная, просто есть вздутие. Короче, мы ее запоминаем как вариант. Будем думать. И пойдем дальше смотреть. Так, следующий вариант уж очень запал в душу. Позвонили продавцу. Ждем, чтобы проверить этот автомобиль технически. Визуально, снаружи, вернее, ни одного подкраса машина не имеет. Автомобиль на дисках. Правда, резина впереди не очень. Сзади нормальная резина. Это у нас 7-й год. 2 литра дизель, 7-й год. Цену хочет продавец, написал 400. Ну, я думаю, что можно с ним разговаривать еще. Короче, внутри она смотрится очень хорошо. Это механика у нас. Короче, сейчас он сказал, будет через 5 минут. Проверим ее техническое состояние. На растаможку примерно будет где-то 2700 евро будет на растаможку такая машина. Но смотрится очень даже неплохо, бодренько. Сейчас проедем, оценим ее техническое состояние. Так, в общем, техническое состояние автомобиля удовлетворительное. Есть, так, вся машина в родной краске, я уже это говорил, под капотом тоже все там нормально. Чуть-чуть есть потертые сидушки, короче, ну, пробег у автомобиля 258,
Так, подогрев жопы работает, блин, уже горячая сидушка. Короче, так, по элементам управления все нормально, все соответствует пробегу, руль, все остальное. Есть недочеты. Вот здесь покраски, вот здесь, в одном месте. А так, все остальное, все нормально. Как бы. Отдают его за 3900. Но мы его как бы запоминаем. А, единственное, что не очень часто меняли масло в автомобиле. И там есть такие сопли под крышкой. Короче, и нагар есть. Короче, это нас чуть-чуть смущает. А так, в принципе, все нормально. Ну, мы пойдем дальше смотреть, конечно. Разные варианты еще. Не знаю, ну, в принципе, не думаю, что мы будем возвращаться к этому варианту. Так, для обзора вам покажу и сами посмотрели. Так, друзья, нашли мы еще похожую Audi, тоже 2007 год. Тоже 2.0 дизель на механике. Но эта машинка реально поярче будет, чем предыдущая. У нее есть полностью вся сервисная история. Еще есть немецкий техосмотр до 22 года. Короче, по машине вся машина в родной краске, кроме вот этой двери и вот этого крыла. И тут чисто косметические подкрасы, бьет до 200 микрон, 180-190. Видно, какая-то царапина была, заделали, шпаклевки нет. Короче, пробег у нее 244 тысячи, подтвержденный. Есть техосмотр. Проходил он его в 2018 году, до апреля 2022 года. Километры 216 тысяч. Два хозяина было у автомобиля. Короче, очень достойный вариант. Сейчас покажу в салончике. Под капотом работает тихонечко. Клиенту очень нравится. Сейчас покажем под капотом. Короче, там все вычищено под капотом, но нигде никакого масла не капает. Все очень чисто, аккуратно, все состояние как новое. Катализатор на месте, моторчик работает без посторонних звуков. Сейчас мы на ней проедем, но выглядит она, ну, реально огонь. Хорошая машина, вопросов нет. Внутри все очень достойно выглядит, но реально видно, что за машиной следили. Тут есть небольшая потертость, но есть как есть, короче. Хорошее состояние реально. Все в комплекте, шторки, все есть. В общем, такой автомобиль. Сейчас будем разговаривать с хозяином по цене. А, кстати, за него хотят 4350 евро, 2007 год, 2 литра дизель, по стеклам тоже 2007. Короче, сейчас мы на ней покатаемся и будем принимать решение. Но автомобиль реально, реально хороший. Ухоженный. Так, друзья, короче, решили мы купить эту машину.
реально достойный вариант. Цена 4 350 евро, сторговали мы 300 евро, 4 050 нам смогли ее отдать.